Приветствую, друзья. Ну, мне часто пишут сейчас, друзья, не было времени посмотреть все ваши ролики. Ну да, а что такое мышление шаблонами и мышление без шаблонов? Потому что все люди заняты, все время на все что-то реагируют и никак не находится времени. Даже ролики мои посмотреть. Ну, конечно, конечно. А что значит мышление? Чему мы, собственно говоря, в нашей школе «Человек будущего» Homo Futurus учим? Мы учим мыслить без шаблонов. То есть это возможно только в одном состоянии. В состоянии бессуетности. В состоянии безмятежности, в состоянии безвремения, в состоянии, когда вы находитесь в условиях, когда нет вот этих постоянных раздражающих сигналов, на которые тут же надо реагировать и тут же принимать решение, отреагировать, когда нужно. Или на свои эмоции как-то надо отреагировать. И нет времени. А вот состояние, которое мы учим, вот это самое состояние безмятежности, состояние вечности, с которым человек соприкасается в момент своих размышлений, нулевое состояние, нейтральное состояние, или великое ничто, или отсутствие внутреннего диалога, или состояние созерцания, или состояние эмоционального дистанцирования. Или состояние отрешенности эмоциональной, по-разному называется, которое лежит во всех методах мира. Но ключ – это современное достижение, когда это состояние можно быстро получить, можно быстро выйти из стресса, потому что стресс – это как раз-таки перенапряжение, это как раз-таки состояние, когда ты думать-то не можешь. Потому что стресс автоматически сопряжен, влечет за собой включение вслед за инстинктов самосохранения шаблонов, отработанных уже когда-то шаблонов, потому что по закону сохранения энергии мозгу легче в состоянии смятения мыслить шаблонами, стереотипами, мыслить чужими советами, мыслить уже такими вещами, которые мешают вам думать самостоятельно и принимать взвешенные решения, которые можно делать только тогда, когда вы в безмятежности. Когда вы обнулились от всех напряжений, вышли из стресса, попали в состояние умиротворения, в состояние соприкосновения с вечностью. И именно в этом состоянии происходит быстрое восстановление. Да. И вот когда говорят, что если человек пережил какой-то стресс, а время лечит, говорят, что значит время лечит? То есть эти впечатления, которые у него возникли, эти напряжения, которые набрались у него, может быть, в течение жизни или там, допустим, короткое время после сильного потрясения, ему надо как-то вот это вот распределить по нейросетям мозга, чтобы эта доминанта не висела, чем бы он ни занимался. Фильм посмотрели какой-то тяжелый, вот 2-3 дня думаете об этом. И это мешает вам думать. Да, вот чтобы думать, чтобы мыслить, как раз-таки нужно быстро прийти в состояние безмятежности, убрать стресс. И вот для этого как раз-таки нужны приемы ключа, прием, допустим, разгрузки, который позволяет и перезагрузиться, и вообще потом на все стрессы реагировать с положительным знаком. Даже радоваться, когда стресс, потому что там энергия такая мощнейшая, ее можно перенаправить на решение своих задач, которые раньше казались недоступными.
Итак, мы в школе нашей «Человек будущего» Homo Futurus учим мыслить. Мыслить. Потому что в школе нас раньше никогда не учили думать. Нас учили подражать. Нам говорили, старайся, повторяй, пока не получится. Тренировали усидчивость, прилежность, да, исполнительность. Да, и поэтому, когда мы попадаем в ситуацию неопределенности, вот эти шаблоны, они не срабатывают, потому что там может быть ситуация такая, где они неадекватны. И поэтому, когда мы тренируемся обнуляться, освобождать мозг от всего накопленного, и как с чистого листа, а это только можно в состоянии безмятежности обучаться этому. И создавать там новые навыки, отношения к этим всем стрессам. Да. Таким образом, мы обучаемся мыслить. Вот сейчас такая противоречивая информация идет, и постоянно она меняется, то за, то против, то за, то против. И люди уже не знают, они в растерянности, в суете. Надо противопоставить неизвестности и полную определенность. Да, и человек инстинктивно это делает, например, повторяемые движения, ходит туда-сюда по комнате, качает ногой там или стучит пальцами, жует жвачку, что-то он делает повторяемое, где континуум, где как раз-таки цикличность какая-то, молитву повторяет, мантру повторяет, все устроено на этих биоритмах. И вот оказывается, что у каждого человека своя внутренняя аптека, и эндорфины, и адреналины, и окситоцины, и все есть там. Такие в таком тонком виде, что ни один аптекарь еще не придумал. А все лекарства, между прочим, и все тренажеры, между прочим, это суррогатные заменители вот этого естественного человеческого внутреннего эволюции выработанного такого мощнейшего ресурса, который у него есть. И это включается в состояние, когда мы переходим быстро из стресса, переходим к состоянию безмятежности, происходит взрыв вместо адреналина, там эндорфинов, у нас появляется ощущение какой-то радости. А все зависит от того, в каком исходном состоянии вы были. Если вы до этого были очень уставшие, если вам давно хотелось бы выспаться, то получается, когда вы те же самые приемы применяете, у вас вдруг сон наступает. А другой человек те же самые приемы применяет, у него слезы текут. А третий человек те же самые приемы применяет, у него появляется, наоборот, бодрость. Допинг без допинга. Это же потрясающая вещь. Это как игрушка для здоровья, потому что критерием полноты энергии является игривость. Состояние игривости – это полнота энергии. Да, дети все время играют. Почему? Потому что они полны энергии. А с возрастом митохондрии наши, генетики наши, они так постепенно перестают вырабатывать энергию. И нам надо ее быстро восстанавливать, заряжать свой мозг, как смартфон. Опять же, в состоянии безмятежности. Таким образом, мы обучаемся с помощью метода «Ключ», подбирая те действия, которые нам синхронные, резонансные, индивидуально подходят на 100%, как говорится, тогда и происходит сброс напряжения, сброс стресса, и мы выходим в это состояние безмятежности. Вот я сказал, время лечит, а здесь как раз-таки можно от какой-то психотравмы, да, которую можно хронически переживать долгое время, пока время вылечит, сократить это время за счет того, чтобы подобрать себе действия полностью вам соответствующие. Напряжение упадет, выйдете на ноль, да, и в этом состоянии безмятежности, эмоциональной отрешенности, когда мозг позволяет вам думать, но при этом этот процесс мышления не сопровождается эмоциями. И вот когда процесс мышления не сопровождается эмоциями, а эмоции – это отношения, тогда вы мыслите уже на совершенно другом уровне. И это мышление называется поток. Да. А состояние, в котором вы находитесь, может называться нирваной. И там нет внутреннего диалога.
Потому что внутренний диалог – это вообще-то модель общества, которое у нас в голове. Мы же социальное существо. И поэтому в зависимости от того, как снижается нервно-психическое напряжение, мы перестаем суетиться, но внутренний диалог еще продолжается, то есть мы там с кем-то разговариваем, кому-то отвечаем, потом ниже напряжение, а потом и оно пропадает. Называется отсутствие ни ума, безмятежности, великое ничто, нирвана, медитация. Ну, это соприкосновение с вечностью. И там, за несколько минут, вы можете сократить время, которое лечит. Можете не 2 месяца в себя приходить после травмы психологической какой-то, а за полчаса, за час. Потому что, когда вы 2 месяца в себя приходите, если, допустим, то здесь это время сокращается, потому что вы сразу у себя вызываете это безвремение, вечность. Представьте себе, за полчаса вы испытали вечность. Ну, конечно, время сократилось. И восстановились быстрее. Так я сейчас вывожу из ковидного состояния людей. Да, им показываю, как это сделать. Мы вместе тут по скайпу или в WhatsApp подбираем действия, которые синхронны данному человеку. Да. А это, если понаблюдать за собой, когда ты нервничаешь, ты всегда можешь почувствовать, что тебе в этот момент хочется делать. Ну, одного трясет, другой плачет, третий плечом дергает, пятый как-то головой крутит там или там пальцы крутит. Да, и делать это сильнее. Да-да-да, и подбирать, что здесь все подходящее тебе, потому оно у тебя инстинктивно и возникает, как помощь. Ну, наш шаблон. Нам представляется, что надо не делать вот это. Но для восстановления надо делать то, что организм сам подсказывает. Прислушайтесь себе, что вам хочется в этот момент делать. Спать, значит, надо спать. Дергаться, значит, надо дергаться. Это упражнение для вас, потому что через сознание, когда вы делаете то, что вы обычно делаете, инстинктивно, бессознательно, вы как раз-таки и переходите на путь осознанности. Вы начинаете потом снимать нервное напряжение без помощи вот этого. Захотел и снял. Но для этого надо пройти через этот ноль с помощью вот как раз-таки сознательного повторения этих инстинктивных ваших собственных действий. Ну ладно, я уже вас заговорил, наверное. Давайте отдыхать, друзья. Итак, наша школа учит мыслить. Потому что когда вы выходите на состояние без суеты, когда вы выходите в состояние бесконечности, вечности, безвремения, состояние защищенности, состояние там полная максимальная уверенность. Это состояние между сном и бодрствованием, которое вы можете получать и днем, и утром, и вечером, и без постели. До встречи, друзья!